минус 55. И это Колыма. Очень красивый и очень суровый край со страшным прошлым и сложным настоящим. Долгие годы Колыма была цитаделью сталинских репрессий, одного из самых чудовищных периодов в русской истории. Через эти места прошло около миллиона заключенных. При этом многие из них никаких преступлений не совершали. Десятки тысяч из них не вернулись отсюда домой. Сотни тысяч вернулись, но с переломанными здоровьем и жизнью. Заключенные ГУЛАГа добывали здесь золото, олово, уран и другие важные ресурсы. Они же построили трассу Колыма протяженностью 2000 километров. Одну из самых сложных и опасных трасс России. По трассе Колыма мы и едем из Магадана в Якутск. По дороге мы общаемся с людьми, которые здесь живут. У выпуска, который вы сейчас посмотрите, есть две задачи. Первая — кому-то рассказать, а кому-то напомнить, какой ужас переживал.